Ну что же, заслушаем клоунов. Прошу, товарищ. Был такой шейх, ученый Ахмад ар-Рифаи, куддисиссир рахимахуллах, который жил в шестом столетии исламской эпохи. Это большой вали Аллаха субхана ва тааля, про который сам Бути тоже говорит. Бути в один случай передает сам шейх аль-Бути, говорит про Ахмад ар-Рифаи. Это говорит раджуль раббани, это божественный человек. Это человек, который говорит, посещая пророка саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, достоверная история даже есть. Когда он пришел к могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он поздоровался с пророком, дал ему салям, и даже он говорит, рука посланника Аллаха вышла и пожал его руки, он поцеловал, говорит. И вот так в слезах Бути рассказывает про него. И Аллах и говорит, это достоверная история. Это сказка, это не более чем сказка. В эту бредятину верить, как можно верить в эту бредятину, дорогие братья и сестры? Ислам призывает нас, дорогие братья, всяким сказкам не верить, а быть рациональными. Аль-му'мину кайсуль-фатн. Му'мин – это умный и проницательным человеком должен быть верующий человек. Вот к чему нас призывает ислам. И сегодня, когда тебе внушают, что... И даже он говорит, рука посланника Аллаха вышла и пожала его руки, он поцеловал, говорит, ее. И даже он говорит, рука посланника Аллаха вышла и пожала его руки, он поцеловал, говорит, ее. Да что ты, черт побери, такое несешь?